Всем привет! Сегодня я буду проходить квест в Бравл Старс. Вообще, квест — это прохождение цепочки заданий для достижения конечной цели. Но сначала пару слов о видосе. Во-первых, эту идею для видео придумал мне мой подписчик Борис. Большое ему за это спасибо. Но, во-вторых, организовать этот видос, да и, собственно, придумать этот квест, мне помогли мои сокланы. Что будет в видосе? Я знаю только то, что я зайду в игру, и у меня откуда-то будут появляться какие-то задания. Причем они будут связаны какой-то цепочкой, то есть я должен их выполнять последовательно, одно за другим. Еще у меня будет помощник, который мне будет подсказывать, по правильному пути я иду или нет. И в итоге, когда я выполню все задания, я смогу прочитать какое-то секретное сообщение. Ну что ж, надеюсь, это видео вам понравится. Думайте тоже, как бы вы поступили в той или иной ситуации. Приятного просмотра! Ну что ж, я зашел в игру, и я вообще ничего не знаю о квесте, о том, что меня ждет. Мне только сейчас дали подсказку, что мне напишут подсказку к тому, кто будет моим проводником. Ну что ж, давайте ждать. О, Тимоха написал, проводником твоим будет не стой. А, то есть сейчас меня пригласит человек с ником не стой, понятно. Ну что ж, подождем. Так, Тимка, не, у Тимки другой ник. В общем, меня сейчас пригласит человек с ником не стой, как я понял. Так, ну давайте уже, зовите меня. Что такое? Айрон, нет. Айрон, нет. Так, да где же он? Он, нон-стоп. Стоп, а у него же ник как раз-таки переводится как не стой. Мне кажется, это он. Ну должен он быть. Должен нон-стоп. Что-то они не очень придумали, типа нон-стоп, не стой, ну ладно. Так, он мне написал, все свои ответы ты найдешь в жмыхском лопухе. Что? Какой еще жмыхский лопух? Как же это тяжело выговорить. Что это такое, я не понимаю. Что это вообще? Где этот жмыхский лопух? Где его искать? Может быть, он у меня в друзьях должен быть, этот человек. Так, кто-то зовет? Не, это не тот. Где он у меня в друзьях? Давайте поищем. Жмыхский лопух. Так. Аурум какой-то? Не, аурум не подойдет. Так, стоп. Что-то я не понимаю. Нет никакого жмыхского лопуха. Только блэски тортик. Но это не то. Так, и что вообще? Где мне искать этого жмыхского лопуха? Я не понимаю. В клубе ничего не пишут. Может попросить у них еще одну подсказку? Или типа, я не понимаю. Жмыхский лопух, где я его должен найти? Где? В друзьях у меня его нет. Так. Стоп, а может это клуб? Или нет? Типа, может быть реально это клуб? Сейчас попробуем. Так, жмыхский лопух. Я нашел этот клуб, 19 из 100. И я не понимаю. Так. Лопухи, идем в топ России. О, здесь Айрон. Это наш соклан. И Тимка 2. Райан. 3 Райана каких-то. Блин, это точно клуб, да. Только я сейчас в другом клубе. Мне что, придется выходить из него? Из Regions Team. Видимо, они так задумали, что я, типа, должен пойти в другой клуб, и там будет что-то написано. Блин, а кому мне главу отдать? Или мои сокланы таким образом хотят, чтобы я отдал кому-то главу? И они что-то сделали с клубом? Ну ладно. Я вышел из своего клуба. Так, жмыхский лопух. Все, я вступил. И что тут интересного? Так, какой-то блэдский тортик пишет. Портал душ откроется лишь могучему рыцарю, способному одолеть зверя за пару минут. И Денчик Крутой то же самое пишет. Сейчас прошу у своего помощника, или как его, предводителя, как его назвать, что делать дальше? Вот, что, он ушел? Серьезно? А куда он ушел? Не понял. Портал душ откроется лишь могучему рыцарю, способному одолеть зверя за пару минут. Так, блин, походу мне самому придется это выполнять. Способному одолеть зверя. Походу, знаете, мне что кажется?
Мне кажется, что мне нужно одолеть этого Ниту в ШД, типа, ну, Нита же это зверь. Мне кажется, что так все и должно быть, типа, я должен пойти в ШД и за 2 минуты, ну, там написано за пару минут, и типа я должен за 2 или 3 минуты найти и убить Ниту. Вот. Но еще раз скажу, что, типа, это сокланы все делали, и я не знаю в точности, правильно я выполняю задание или нет. Ладно, так, Леон. Леон это не то. Джесси тоже не то. Мне нужно Ниту найти. А ее может и не быть, да? Здесь. О, нет, у меня еще и лагает. Да что это? О, Нита, серьезно? Я нашел Ниту. Это... Причем это реальный бой. Так, это значит секретный агент, да? Которого я должен убить. Прикольно они придумали, мои сокланы, что типа... Так, эй, иди сюда, ты же должен мне сливаться. А почему секретный агент этот не сливается мне? Так, все, добиваю Ниту, так, давай, иди сюда. Отлично, все. Все, я ее убил за 2 минуты, и получается, я выполнил все, да? Так, сейчас надо спросить у этого помощника. Так, ну что, мне сейчас нужно связаться с моим помощником. Он меня не приглашает. А, у меня не беспокоить стоит. Я зачем-то поставил. Так, вот он, нон-стоп. Заходи. Так, в клубе ничего, да, не написали. Так, и что? Он мне сейчас что-то напишет, какое-то следующее задание, как я понимаю. Вот, потому что звери я одолел. Так, он уже что-то написал. На неправильный путь ты встал. В смысле? Не понял. Типа я ошибся? А что? Что я не так сделал? Или я, наоборот, должен спасти зверя? Не, ну там вроде написали, типа, ты должен одолеть зверя. А, или может быть... А, может, типа, имеется в виду зверя одолеть за пару минут? Какой-то Райан. Это, типа, в мега-бойце, может быть? Типа, большая игра? Так, мне надо выйти из комнаты, чтобы поставить большую игру. Может, мне, типа, здесь надо одолеть? Да что такое, меня кто-то зовет постоянно. Может, мне здесь надо одолеть мега-бойца? Не знаю. Типа, одолеть зверя за пару минут. Ну, давайте попробуем убить мега-бойца за 2 минуты. Там Шелли попалась. Ну, ладно, я тоже на Шелли, поэтому, думаю, будет несложно. Так, ее должны добить и... Ну, давайте, 1%. Отлично. Минута 43. Ну, можно сказать, что я одолел этого зверя за 2 минуты. Типа, если это имелось в виду, что зверь это мега-боец. Правда, я не знаю, это правильно или нет. Просто если это неверно, то я вообще не знаю, что тогда делать. Где там? Мне почему-то никто ничего не пишет. О, нон-стоп, зашел, отлично. Ну что, нон-стоп? О, он уже написал. Это славный рыцарь русский, целую орду собрал. Но в итоге оказалось, что их всех он нае... Ну, вы поняли, какое там последнее слово. Так, а это вообще к чему? Это вообще что такое? Я не понимаю. Типа, это к чему? Он их всех, короче, обманул. Он собрал целую орду и их всех обманул. И что? Антиблэтера тоже написал. Так, я так понимаю, мне нужно в какой-то клуб Орда, да? Как я понимаю, у меня путешествие по клубам. Так, и что? Какой клуб Орда? Не понимаю, не понял. А может быть, наоборот, клуб рыцарь Орды? Что-то такое? Так, альянс Орды. Не то. Так, не понимаю тогда. Типа, что делать-то? Целую Орду собрал, но в итоге оказалось, что он всех их обманул. Так, слушайте, сейчас проверю один вариант такой. Орда Дахкняша. Ой, что я пишу. Дахняша. Может быть, это речь про Орду Дахняша идет? Просто это его клуб. Типа он тоже обманывает. Дахняш топ. 4 человека. Короче, как я понял, мне походу надо в этот клуб. И там, типа, будет продолжение. Да? Ну что, все, я тогда выхожу из этого клуба и иду в клуб. Ах да. Что я пишу? Ах да, Дахняша. Вот. Все, вступаем. И...
Да. Блин, это, наверное, придется замазывать, или это не слишком жестко. Ну, короче, тут все матерят дохняша почему-то. Почему? Так, а где подсказки-то? Тут же должны быть подсказки. Или это и есть подсказки? Только я не понял. А что мне делать дальше? Я не понимаю. Что мне делать дальше? Мне нон-стоп подскажет, типа, он сейчас мне какую-то фразу напишет, должен написать. Так, что дальше? А почему он ушел? Что за фигня? А, типа я правильно, да, понял, что я в клубе Дохняша. Тут, правда, кто-то ступает уже. За мной пошли люди. Так, значит, я нахожусь на правильном пути, раз нон-стоп покинул комнату и не хочет мне подсказывать. Так, что же делать дальше? Так, но тут нет никаких подсказок. Прикол в том, что я не понимаю, что мне делать дальше. Я вообще не знал, что делать, уже вышел из игры, и мне написал один человек в ВК такое слово YouTube. Причем это тот, кто разрабатывал вот этот квест. И как я понял, мне нужно зайти на канал Дохняша в Ютубе. Но я могу и ошибаться, типа, и что тут делать? Какой же он бред снимает, если честно? Зачем вот этот Бравл Старс в Майнкрафте? На последнем видосе в комментах тоже ничего. Стоп. Стоп. А почему тут это вжух? Это мой соклан. Чтобы быть достойным, стоп, тут три фразы, четыре фразы одинаковые. Чтобы быть достойным, должен фиаско ты потерпеть и своих тиммейтов подставить. Серьезно, я правильно нашел следующее задание в комментариях у Дохняш? Вы серьезно, я это искал просто не знаю сколько. Они что, издеваются? Я, чтобы найти это задание, потратил минут 10, наверное. Видео вышло уже на 12 минут, поэтому я его решил разделить на две части. Если оно вам понравилось, то оцените его лайком и ждите завтра вторую часть. Ну а я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.